мы работаем на жутком смертельном ДТП под Киевом, Одесская трасса, 20 километров до въезда. Деола нас на полном ходу влетел под грузовик турецкий Мерседес, который встал в правом ряду под полуприцеп полностью. К сожалению, залетел, погибло 4 человека, которые находились в автомобиле, не было шансов. Сейчас дорога перекрыта, работает полиция и опергруппа. Жуткое смертельное ДТП, друзья, погибло 4 человека, это Одесская трасса, 20 километров до въезда в Киев. Трасса, вы видите, сейчас полностью перекрыта, пробка в Киев. Четыре человека погибло, друзья, это жуткие последствия. Деола нас влетел просто в грузовик на скорости, к сожалению, все в машине погибли, он был полностью под грузовиком. На месте работает следователь.